Декоративно-малярные техники становятся все популярнее в оформлении современных интерьеров. Обои под окраску «Эрфурт» предлагают широкий спектр возможностей для декоративного оформления современных интерьеров. Они создают необходимое однородное, ровное, впитывающее основание, на которое легко наносить краски и лазури, подчеркивать желаемые цветовые нюансы. Идеальное основание для самых смелых идей – гладкий флизелин «Эрфурт Варио Флиз». Например, нанесение оригинального рисунка лазури. Для этого вам понадобится специальный валик для креативных техник и два контрастных тона краски. Нанесите на обои выбранный вами базовый цвет. После высыхания краски можете приступать к декоративной технике. Нанесите специальным валиком для декоративных техник на всю поверхность лазурь крестообразными движениями в различных направлениях. Поразительный эффект! И на удивление просто и быстро! Большое пространство для фантазии оставляет элегантная структура обоев «Эрфурт Тренд Флис Крэш». Особенное очарование им придаст техника лессирования, размывания цвета. Нанесите на обои базовый цвет. После высыхания краски приступайте к декоративно-малярной технике. Добавьте немного лазури в ванночку для краски. Смочите малярную варежку для декоративных техник в воде и нанесите на нее немного краски. Начинайте наносить краску несимметричными движениями. Затем используйте влажную мягкую ткань, чтобы снять грубые мазки верхнего слоя и смягчить переходы. Особый, благородный акцент вашему творчеству придаст в заключение немного перламутра. Мерцающие кристаллы отражают свет и оживляют интерьер вашего дома. Завораживающая игра света и тени легко достигается с помощью декоративной техники лессирования и на других флизелиновых обоях «Эрфурт Флис Фазер». После окрашивания в базовый тон и его высыхания, приступайте к нанесению контрастной краски крестообразными движениями. Вместо малярной варежки вы можете использовать крупную широкую кисть. Завершающей точкой вашего творчества может стать трафаретный рисунок. Приложите трафарет к обоям и прикрепите его малярным скотчем. Осторожно нанесите краску промокающими движениями. Трафаретный рисунок подчеркнет индивидуальность вашего интерьера. Выбирая флизелиновые обои «Эрфурт» для своего творчества, вы выбираете еще и практичность. Все флизелиновые обои «Эрфурт» удаляются в сухом виде при последующем ремонте. Большой творческий потенциал заложен в традиционных обоях под окраску «Эрфурт Рауфазер». Всего несколькими движениями руки вы придадите классической структуре Рауфазера новый, неповторимый оттенок. Нанесите дисперсионную краску в качестве базового тона и дайте ей просохнуть. Теперь нанесите на поверхность контрастную краску с помощью морской губки. После высыхания вы можете дополнительно оформить стены оригинальным рисунком трафарета. Он поможет вам, например, ярко и нестандартно оформить комнату вашего ребенка. Рисунок можно нанести на стену и с помощью диапроектора. Просто выберите понравившийся вам мотив и спроецируйте его на стену. Радость вашего ребенка будет безгранична. «Эрфурт» – ваш идеальный выбор.